Здрасте всем. Короче, Аврора гудит. Поставил снова родную горелку. И снова началась жопа. Вот такая вот. Как ни крути, что не выставляй, все равно грязь, все равно какая-то срань получается. То есть, вот то, что было на маленькой горелке, вот на красной, вот на этой. Вот это вот красная горелка. Вот она. А вот я переставил родную горелку. И снова какое-то говнище, блядь. То есть, видимо, или сила привычки, или такая хреновая прям горелка в комплекте. Ну, не знаю, я-то все думал, что у меня совсем кривые руки. Но не без этого, конечно, я там не говорю, что я супер там красивые швы делаю. Но вот это все сегодня. Вот это, вот от этого. Согласитесь, отличается. Как-то так. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока. Вот так себя ведет горелка родная от Авроры.